органические. Печенье. Да. Криска. С натуральными компонентами, которые можно есть маленьким детишкам с 7 месяцев. Наша сентябрьская коробочка называется «Креативные приключения». Что это? О, это мыльные пузыри. А, у меня уже такое есть. Нет у меня такое. У тебя другой немножечко. Это последняя. Вот. Ого. Крутая. Учимся вырезать. Возраст 3-4-5. А больше ничего нету. Интересный ежедневник 365 дней для творческих людей. Признаюсь, никогда не веду никакие ежедневники. Необычно как-то все придумано. Рутинные дела. Я не могу. Все по неделям. Маркуша там у нас капризничает. Прикольненькие печеньки. Буду записывать самые запоминающиеся даты Олежки и Марка, чтобы осталось на память. У нас уже был здесь овощи, фрукты. А там у нас различные пряности. Олег, а это что-то у нас интересное? Картинки? Нужно деревянным шпателем соскамливать, и тогда будут скрытые картинки проявляться. Клевые мыльные пузыри. Тоже все здесь натуральное должно быть. Жирненькие, плотненькие, не как обычно. Это ультрафиолетовые, не лопающиеся пузыри. Посмотри. Мы уже открыли Маркушину коробочку. Здесь тоже печеньки. Смотри, там у нас. Круто. Как только Маркушек услышал, что мы начали открывать его коробку, он сразу расплакался. В общем, пришлось его взять. Познакомьтесь, это наш младшенький. Давай смотреть твою коробочку. Что у нас тут? Вот динозаврик. Ну, не больше, он добрый динозаврик. Не плачь. О, давай возьмем нашу крутую погремушку, в которую ты уже играл. Все сыпется у нас внутри. Клево. У нас еще второй ежедневник, 365 дней. А где у нас была обезьянка здесь? Обезьянка? Вон она. Happy Monkey фирма. Посмотрите, здесь ребятенок навешал ее себе на шею. Ты тоже будешь так же делать, когда подрастешь, да? А так она сделана из разного материала. Как все шуршит для развития моторики. Клево. Олегу очень понравилась большая книга-мышь. Один, два. Каким цветом ты бы раскрасил их рисунки? Классный цвет. Вот это. В оранжевый цвет. Найди в комнате предметы такой формы. Найдешь? Круг. Угу. Открой окошки и найди противоположности. Мыс скатывается с горки. Поднялась. То есть мыши внизу и вверху. Всем детишкам скажем пока, а мы будем играть. Маркуша тоже вам говорит пока. Приятных слов. Слов? Да. Детишкам вашим большой привет от нас. Пока-пока. Привет, с вами Бомбет. Сегодня мы будем снимать вам мою. Давай посмотрим, что там. Всем привет. Бомбет – это наша фишка. Если Олежка откроет свой канал, то он будет называться, наверное, точно Бомбет. Ох, наша коробочка октября под названием «Много лет до нашей эры». Ого! Наверняка про динозавров. В каменном веке называется. Да. Что ты имеешь в виду? Когда пойдешь в школу, будешь изучать конструктор. Из кукурузного крахмала 100 деталек. Нужно намочить будет эту губку. Вода будет служить нам клейким материалом. И должен получиться вот такой динозавр. Очень увлекательно, очень необычно. Впервые мы будем такой конструктор строить, да, сынуль? Угу. Еще вот такой динозавр. Очень правдоподобно выглядит. Лалум Бэйби, универсально питательное масло. Очень нам нравится эта фирма. Уже многое, что мы пробовали. Тимка и Тинка в каменном веке. Про таких мышей. Очень забавно и интересно. Здесь даже какие-то наклейки есть, сынуль. Да? Ну да. Можно разукрашивать даже. Еще один офигенный набор, где нужно красить динозавра. Здорово, да, Олежка? Какой? Давай, открывай. Смотри, какая красота должна получиться. Очень здорово. Нетоксичные карандаши для ванны у нас уже были. Очень долго мы ими пользовались. Будем опять снова разрисовывать стены в ванной, да, сынуль? Да. Ну как, тебе понравилась коробочка да. твоя? Будем Маркушину смотреть? Да. Давай, открывай, посмотрим, что там. Обалдеть. Здесь даже я могу сплесывать вот это. Давай посмотрим, что в коробке. А вот еще.
Опять питательное массажное масло Валум Бэйби. Ну вот еще. Ух ты! Это развивающийся мячик с пупырками для развития моторики. Классно. Ну вот они. О, их там несколько, что ли? Два. Ох, круто! Целых два мячика. Смотрите, я могу сплесло вот это, как обезьянка. Только динозавр? Ну-ка покажи нам. Вот. Ух ты, круто! Давай посмотрим поближе. Обалденный динозавр с зеркалом. Класс! Это тоже динозавр? Ну да, это мне тоже. Тебе в коллекцию? Ну да. А с Маркушей будешь делиться? Ну да. Вот крепко Маркушина. Пока будешь играть с Тим в коллекции, смотри, какой у него хребет острый. Лама красная пижама. Классное оформление. Мелкие четверостишья. Это даже будет интересно сейчас Олегу почитать. Пока мы снимали коробки, Маркуша на нас смотрел, теперь заснул. Давай, сынуля, будем прощаться с ребятами. Пока! Понравились тебе коробки? Да! Классные! Тебе больше всего динозавры понравились? Да! Потом будем ковать. Всех целую, всех пока! Мы передаем всем детишкам большой привет и прощаемся со всеми. Пока-пока-пока! Mm-hmm.